И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы представляем вам уникальную программу, а я хочу с вас познакомиться со специалистом Галина Кузьмина. Да? И мы начинаем новую программу, которая называется... Массажные вечеринки. Массажные вечеринки. Для тех, кто любит массаж, кто любит его делать, получать, пробовать, экспериментировать, узнавать новое. Потому что я так думаю, что каждая массажная вечеринка несет в себе новую какую-то программу, технику. Новую, да? технику. Ну, вот интересно, подробнее что-нибудь поясните нашим зрителям. Ну, массажная вечеринка – это направлено на то, чтобы дать людям возможность быть более расслабленными, более легкими. Потому что на самом деле очень тяжело сейчас людям в городе находиться постоянно в работе, в напряжении. Это дает очень, скажем так, какие-то стресс, болезни, да? и так далее. И любую болезнь лучше предупредить, нежели лечить. Вот. Ну, я уже очень давно занимаюсь техниками различными, медицинское образование и работаю в массаже. Но вот то, что я тебе даю, вот эти техники, касаемо, ну, скажем, древних техник, и это техники, которые может выполнять каждый дома, для своих любимых, семье, родных, да? близких. Да. Я вам скажу, уникальные техники, я уже тоже попробовал на себе, разных стран, народов, да, вот самые древние, исконные, вот это вот мы... Да, все будем доносить до людей, да? Да. А кому? Профессионалам это было? Или это вообще? Кому угодно. Это для всех, кто хочет. Кому нравится вообще, вообще массаж получать, давать, прикосновение кому нравится. Здесь нет совершенно никаких условностей. Здесь только желание быть с нами в пространстве. Да, но я хочу сказать, что это просто хорошая альтернатива пансионатам, спа, возможно, больше, мне тратить огромные деньги, не ходить уже тогда, когда петух жарен, что говорится, плюнет, да? А массаж – это профилактика и предупреждение всех будущих заболеваний, да? То есть мы, во-первых, избавляем это все на физическом уровне интересном, да? Вы еще говорили на духовном, там, на энергетическом, да? Да, это то важно, есть, это очень важно. То есть это прямо влияет вот для москвичей, для горожан, да, на все это, сферы жизни. Вообще здесь москвичи, конечно, однозначно, да, здесь вообще для каждого человека. Я хочу сказать, что это вообще просто даже необходимо, да, в качестве поддержки своего здоровья. И, ну, чтобы в будущем тоже себя нормально, здоровым чувствовать, да, не ходить рядом с старичком, да. Старушка. Вам нужно, да, старушка, вам нужно обязательно здесь быть, приходить. Так что не теряйтесь, записывайтесь на наших массажных вечеринках. Это будет происходить в Москве. Мы, наверное, будем адреса разные менять, в зависимости от группы, да. Побольше группа будет, будем большой зал снимать, поменьше будем маленький зал снимать. Так что смотрите за расписанием здесь внизу в этой группе. Мы вас будем оповещать, стараться делать это вовремя. Ну, а вы тоже не теряйтесь. Подписывайтесь, регистрируйтесь и до новых встреч. Пока-пока. Все, пока. Ждем вас. Я вас тоже благодарю за прекрасный вечер. До свидания. До новых встреч.